Всем доброго времени суток. Сегодня я вам хотел бы поведать о том, какую квартиру лучше всего купить, зачем они вообще нужны и есть ли разница в функционале. Приятного просмотра. Квартира или же дом – одна из первых вещей, которую приобретает начинающий игрок. Во-первых, это долгожданная постоянная точка спавна. Тут даже объяснять нечего. Во-вторых, это гараж, рассчитанный на 10 машин. Приятное дополнение. В-третьих, способность создавать ограбление самому. Но это работает только в квартирах высшего класса. Ограбление, в свою очередь, позволяет вам неплохо заработать, а также открыть такие транспортные средства, как бронированная Курума, боевой вертолет Севач, Валькирия и много-много другого. Ну и приятное дополнение – это развлечения, которые находятся внутри квартиры. Вы, например, можете заложить за воротничок, затянуться иван-чаем, сесть на диван и смотреть рекламу, пропагандирующую раздяйский образ жизни. Ну не кайф? Теперь расскажу, какую квартиру купить. Есть одно межклассовое отличие – наличие или отсутствие комнаты для планирования ограблений. Как я говорил ранее, она есть только в квартире высшего класса. Ее мы и покупаем. Но какую? Вдруг есть сильное отличие? Все квартиры высшего класса отличаются лишь местоположением. Функционал одинаковый. Берем квартиру, которая стоит 205 тысяч. Помимо того, что цена приятная, так и расположение чудесное. Она находится напротив офиса в здании Мейзбанк. Какой офис купить, можете посмотреть в моем прошлом видео. Квартира вам послужит достаточно долго. Но потом, единственное, для чего она будет нужна, это планировка ограблений. Постепенно весь функционал заменится, например, точка спавна и развлечения будут находиться в офисе. Гараж есть тоже в офисе, но несмотря на это, все равно покупайте квартиру. А я надеюсь, что вы узнали что-то новое для себя. Если это так, то не забудь подписаться и поставить лайк. Также можешь оценить другие мои видео. Желаю удачи!